Привет, друзья! Недавно видел видео там, где Петр Порошенко, Петр Алексеевич, дарит вот такой вот чек, рекламирует себя вместе со своей супругой фонд на строительство мемориал музея революции, в общем, на музей революции. Вот. А сегодня, то бишь вчера, появилась новость о том, что Марина Порошенко, супруга президента Украины, замешана в отмывании денег через благотворительные фонды. То есть они, ну, грубо говоря, в новостях говорят, что они крали деньги у детей-инвалидов. Жену Петра Порошенко уличили в краже денег у детей-инвалидов. Первая леди Украины связана с отмыванием средств через международные гуманитарные фонды. Об этом сообщает Люксембург Геральд со ссылкой на источник в украинском Минюсте. Реализацию меморандума мы с Мариною передаем министру культуры чек на 3 миллиона гривен. Это первые кошти, которые... Мужик, кстати, который, ну, типа, вроде как из Европы, архитектурное бюро или, ну, организация, которая организует это все, так на это смотрит, наверное, как в Африке. Счастливо.